Война за мир. 29 мая 1948 года Совет Безопасности ООН утвердил решение о проведении первой миротворческой операции. В ней участвовали и украинские солдаты, которые до сих пор находятся в горячих точках планеты. Есть среди них и запорожцы. Они рассказали нашим журналистам, как это – воевать за мир. Миротворец Дмитрий Вакарчук в 2004-м служил в армии и по контракту попал в Ирак. Там пробыл 7 месяцев. Признается, думал просто поедет за границу, посмотрит мир. Но от увиденного стало страшно. На посту приходилось стоять по 5 суток. Наша задача заключалась в охране мостов. Багдадский мост в 42 километрах от Багдада. Хильский мост. Охрана базы. Патрули, ну, сопровождение, колонны, получается. Ужасная, конечно, страна. Народ бедный, ну, нищета. Таких, как Дмитрий, в Украине более 40 тысяч, запорожцев из них 300. Некоторые в составе спецбатальона в годы уже независимой Украины отправились миротворцами в бывшую Югославию. Другие попали в Ирак и Сьерра-Леоне. Без потерь не обошлось. За 21 рік існування, ну, виконання миротворчих завдань загинуло 50 чоловік військовослужбовців, воїнів-миротворців Збройних сил України. Понад 100 чоловік отримали поранення. В тому числі були втрати і по Запорізькій області. Пам'ятаю, був вбитий військовослужбовець наш в Запорізькій області, капітан, який виконував миротворчі завдання в Республіці Ірак. Накануне профессионального праздника 5 запорожским миротворцам в облвоенкомате вручили дипломы за мужество и самоотдачу. Возвращаться в горячие точки не планируют. Будут поддерживать мир уже в своих семьях и родном городе.